Здравствуйте. У вас есть мечта, и вы хотите в кратчайшие сроки ее исполнить? Для этого вы ищете надежную, легальную, проверенную временем компанию. Вы оказались в нужном месте и в нужное время. В золотое время. Знакомьтесь. Компания G-Time Corporation. G-Time означает «золотое время». Компания основана 19 мая 2012 года. Штаб-квартира находится в городе Алматы, Казахстан. Вы видите свидетельство регистрации. Компания легальная, платит все налоги. Продукты компании. Первым продуктом являются часы таких известных марок, как «Луч» Беларусь, «Михаил Москвин» Россия и швейцарские часы марок «Атлантик» и «Адриатика». Второй продукт – это продукты из шунгита, пирамиды здоровья, фильтры, пластины. В скором времени откроется линейка косметики из шунгита. Продукты здоровья. Сюда входит целебная каша «Будь здоров». Партнеры компании могут путешествовать в самые экзотические страны мира по шикарным ценам. И еще один продукт – это воплощение мечты многих партнеров – автомобиль Ford Focus. И о самом главном – о маркетинге. В компании 4 программы. Это накопительная, в которой вы заработаете 140 тысяч тенге, что приблизительно равняется 750 долларам. Сумма в долларах идет по курсу. Следующая программа – основная, где вы заработаете 522 тысячи тенге или 2785 долларов. В VIP-программе вы заработаете 1 миллион 440 тысяч тенге или 7730 долларов. И в программе авто вы заработаете автомобиль марки Ford Focus стоимостью 26 тысяч долларов. Наша команда предлагает такую стратегию. Вы заходите в накопительную программу, зарабатываете там деньги и переходите в VIP-программу. Также вы можете одновременно сразу зайти и в накопительную программу, и в VIP-программу. О плюсах вы позднее узнаете. Из накопительной программы вы можете перейти в основную программу, а из VIP-программы вы можете перейти в автопрограмму. Основная и автопрограммы по вашему желанию. Итак, ознакомимся с каждой из программ подробнее. Накопительная программа состоит из двух семиместных делящихся лестниц. Это стартовая лестница и финишная лестница. Новый партнер оплачивает вход 15 тысяч тенге, это приблизительно на сегодняшний день 81 доллар, и выбирает сам для себя часы, мужские или женские, или марки «Луч», или марки «Михаил Москвин», и занимает место на нижней ступеньке стартовой лестницы в нижнюю четверку. Обязательной квалификации в компании нет, но желательно каждому партнеру пригласить еще по 2 партнера. Тогда движение будет быстрым. Должна заполниться нижняя четверка. Допустим, спонсор Марины Сергей, он ее пригласил в компанию. Сергей пригласил еще одного партнера. Ольга успела пригласить одного партнера Нину. И что здесь происходит? Как только 3 нижних места заняты, компания верхнему партнеру, у нас она Анна, дарит еще один подарочный бонус или клон, как его еще называют, который занимает 4 место на нижней ступени. Лестница делится пополам. Анна переходит в финишную лестницу и занимает свободное место в нижней четверке. Оставшиеся партнеры в стартовой лестнице поднимаются на уровень выше, и нижние 4 места опять свободны. Подарочное место компания дарит только в стартовой лестнице и только в накопительной программе. Переходим в финишную лестницу, где Анна заняла нижнее место. Также заполняется нижняя четверка. Лестница делится пополам. Верхний партнер
У нас она, Алла, получает вознаграждение в размере 140 тысяч тенге. Это приблизительно 750 долларов. И Анна переходит в следующую программу. Оставшиеся партнеры поднимаются на уровень выше. А мы с Аллой переходим в VIP-программу. Вот она занимает свободное место в нижней четверке. Не обязательно оно может быть первым, оно может быть и четвертым. Вход в VIP-программу 150 тысяч тенге. В накопительной программе мы заработали 140 тысяч, поэтому 10 тысяч тенге нужно добавить, а это приблизительно 57 долларов. Также матрица заполняется партнерами, которые перешли из накопительной программы, или партнеры, которые зашли сразу в две программы, и в накопительную, и в VIP-программу. Лестница делится пополам, и верхний партнер Марина получает вознаграждение, которое составит за вычетом 10% налога 90 тысяч тенге, или 480 долларов. И Марина переходит во вторую финишную лестницу на нижнюю ступеньку. Партнеры, так же, как и в накопительной программе, поднимаются на уровень выше. В финишной лестнице нижняя четверочка заполняется партнерами, которые переходят из стартовой лестницы. Лестница делится, и верхний партнер Баха получает вознаграждение за минусом 10% налога, который составит 1 миллион 350 тысяч тенге или 7250 долларов. У Бахата есть мечта. Он хочет себе приобрести новый автомобиль, поэтому он переходит в следующую программу авто. А мы пока посчитаем, какая сумма дохода будет в VIP-программе. Она составит 1 миллион 440 тысяч тенге, чистыми за вычетом 10% налога. Итак, мы вместе с Бахатом переходим в автопрограмму. Здесь всего лишь одна семиместная делящаяся лестница. И Бахат занял свободное место в нижней четверке. Также ступенька нижней заполняется, лестница делится, и верхний партнер, мы его назвали Виктор, победитель, получает автомобиль Ford Focus стоимостью 26 тысяч долларов. Автомобиль с эмблемой компании G-Time. Это требование компании. 2 года партнер должен ездить на автомобиле такой эмблемой. Вас не устраивает модель Ford Focus? Нет проблем. Вы отказываетесь от этой машины, добавляете 26 тысячам долларов еще энное количество и приобретаете другую модель. Например, Ford Mustang. Это на ваш выбор. Напомню, что автопрограмма только по вашему желанию и не обязательно. Итак, Виктор поехал в автосалон за своим автомобилем, а мы подведем итоги работы в двух программах – накопительной и VIP. Итак, затраты. И рассмотрим мы с вами два варианта. Первый вариант – когда вы зашли только в накопительную программу и затем уже из заработанных денег перешли в программу VIP. 15 тысяч тенге вы потратили сразу, за это вы получили часы. 10 тысяч тенге вы добавили при переходе из финишной лестницы накопительной программы в программу VIP. Итого ваши затраты 25 тысяч тенге. Доход. Во-первых, часы, которые вы выбрали в накопительной программе. Швейцарские часы, которые вы выбрали также, перейдя в VIP-программу. И посчитаем в денежном выражении, сколько вы получили. 90 тысяч тенге вы получили после прохода стартовой лестницы в программе VIP. В накопительной программе, напомню, вы ничего не получили, так как заработанные деньги ушли на оплату программы VIP. 1 миллион 350 тысяч тенге вы заработали, закрыв финишную лестницу программы VIP. 25 тысяч тенге – ваши затраты на вход в программе, и чистый доход составил 1 миллион 415 тысяч тенге, или 7592 доллара. Это первый вариант. Второй вариант посчитаем, когда вы сразу зашли и в накопительную программу, и в программу VIP.
Ваши затраты в этом случае составят 15 тысяч тенге – вход в накопительную и 150 тысяч тенге – вход в VIP-программу. Всего это будет 165 тысяч тенге или примерно 888 долларов. Доход. Также вы получаете часы, причем одновременно и часы марки «Луч» или «Михаил Москвин», и швейцарские часы. В денежном выражении вы получаете 140 тысяч тенге, вы получаете по закрытию накопительной программы, так как у вас VIP-программа уже оплачена, то эти деньги вы получаете на руки. 90 тысяч тенге вы получаете в VIP-программе по проходу стартовой лестницы и 1 миллион 350 тысяч тенге после прохода финишной лестницы в программе VIP. Затраты 165 тысяч тенге, итого чистыми получается также 1 миллион 415 тысяч тенге, как и в первом варианте. И у некоторых возникнет вопрос. Если мы получаем чистый доход одну и ту же сумму, зачем платить больше и заходить сразу в две программы? Дело в том, что во втором варианте, когда вы заходите сразу в две программы, у вас есть еще один доход. Это время. Время получения денег. И давайте теперь с вами сравним, сколько времени вам понадобится на первый вариант. Засекайте время. Засекли? Теперь второй вариант. Видите, насколько быстрее? Потому что прохождение и той, и другой программы идет параллельно. Это не означает, что одновременно вы закроете первые стартовые лестницы и одновременно закроете финишные лестницы. Возможно, что в программе VIP вы закроете даже быстрее, потому что в нее входят партнеры и те, кто переходит из накопительной программы, и те, кто заходит сразу и в накопительную, и в VIP. Поэтому, скорее всего, что в программе VIP вы даже быстрее будете деньги получать. Это во-первых. Во-вторых, какой еще плюс второго варианта? Допустим, вы выбрали первый вариант и находитесь в накопительной программе. Вы приглашаете нового партнера, который хочет сразу зайти и в накопительную, и в VIP. Но в VIP-программе вас еще нет. И тогда новый партнер займет место лестницы вашего спонсора. Вы позднее сюда зайдете в программу VIP, и вы будете толкать своего партнера, а не он вас. Думаю, вы поняли, что заходить сразу в обе программы намного выгоднее, но решать все-таки и выбирать вариант именно вам. А теперь я вам расскажу о программе основной, и вы поймете, почему наша команда решила ее обойти. Вход 40 тысяч тенге или 215 долларов. В ней также две лестницы, стартовая и финишная, но стартовая лестница не 7-местная, а 15-местная. На нижней ступеньке 8 незакрытых мест. Закрываются лестницы по тому же принципу, как и в предыдущих программах. Нижняя восьмерочка заполняется новыми партнерами, и верхний партнер получает вознаграждение за вычетом 10% налога 72 тысячи тенге или 385 долларов и переходит в финишную лестницу. И когда заполняется нижний уровень финишной лестницы, верхний партнер получает вознаграждение за минусом 10% 450 тысяч тенге или примерно 2400 долларов. Всего доход составит 522 тысячи тенге или 2785 долларов. И вот теперь давайте сравним основную программу и VIP-программу. На верхнем рисунке вы видите основную программу, причем не всю, а только ее первую стартовую лестницу. На нижнем рисунке вся VIP-программа, две лестницы, и стартовая, и финишная. Почему я так сделала? Потому что стартовая лестница в основной программе по количеству партнеров равняется двум лестницам, то есть полной программе VIP.
То есть время на заполнение одной матрицы стартовой в основной займет то же самое, что прохождение программы VIP. Одно и то же время. Но, друзья, давайте сравним доход. Если в основной программе при закрытии первой лестницы вы получаете 72 тысячи тенге, то при закрытии программы VIP вы получаете 1 миллион 440 тысяч тенге, что практически в 20 раз больше. И скажите, при одном и том же затраченном времени, что выгоднее получать? $385 или 7730, что в 20 раз больше? Я думаю, вы согласитесь, что VIP-программа намного выгоднее. Единственный плюс основной программы – это то, что вы заходите в нее из накопительной программы, и у вас еще остается немного денег. В накопительной вы зарабатываете 140 тысяч, в 40 вы оплачиваете основную программу, и 100 тысяч тенге у вас остается. Это все-таки плюс. А VIP вам приходится еще немного доплатить. И здесь вы должны решить, что все-таки для вас более приемлемо. Выбор за вами. Итак, я вам рассказала о компании G-Time. Если она вам понравилась, обращайтесь к лидеру нашей команды Бахату. Его скайп вы сейчас видите на экране. И помните, время – деньги. Золотое время – большие деньги. Успехов!